В Париже сегодня пройдет церемония открытия Паралимпийских игр, которые, как обещают организаторы, станут историческими. С 7 утра в центре города введут ограничения движения для обеспечения безопасности. Организаторы обещают массу сюрпризов, и, судя по числу проданных билетов, Паралимпиада вызвала большой интерес. На самой красивой авеню мира, как нескромно называют ее французы, уже вступили в действие ограничения по передвижению, поэтому здесь пока не так многолюдно. Но буквально через несколько часов Елисейские поля примут парад национальных делегаций. И главная приятность заключается в том, что его можно будет увидеть бесплатно. Ожидается, что вдоль авеню паратлетов будут приветствовать 65 тысяч туристов и парижан. Впервые в истории церемония открытия Паралимпийских игр пройдет вне стадиона, как и Олимпийских месяц назад. Местом действия на этот раз станет площадь Согласия, на которой разместили 4 сцены. Одна из них размером с футбольное поле. В числе заявленных звезд – легенда мирового кино Джеки Чан в роли факелоносца. На церемонию открытия все еще есть свободные билеты, но на самые дорогие места – по 450 и 750 евро. После успешного проведения Олимпиады с ее атмосферой спортивного фестиваля Парижская Паралимпиада приближается к новому рекорду по числу проданных билетов. Мы рады сообщить вам, что мы уже продали почти 2 миллиона билетов. Это исключительное событие. Перед началом этих игр мы рады этим стадионам, которые будут заполнены тысячами зрителей и спортсменами, представляющими различные виды спорта. Знаете, до самого конца мы будем стараться найти дополнительные места для зрителей и добавлять их там, где это возможно. Паралимпийские игры обещают стать настоящим праздником прежде всего для самих французов, которые скупили больше 90% билетов на соревнования. В играх примут участие около 4500 паратлетов. Они будут соревноваться в 23 дисциплинах. Среди них есть классические виды спорта с небольшими изменениями. Парадзюдо, велоспорт, фехтование и настольный теннис на колясках. Но также есть исключительно паралимпийские виды, такие как бочча и голбол. Алия Сыздыкова, Руслан Умиржан, 24KZ, Париж, Франция. Казахстанская сборная на Паралимпийские игры в Париже сумела добыть 33 лицензии в 9 видах спорта. Больше всего путевок завоевали парадзюдоисты. 10 наших соотечественников выйдут на татами. Кроме того, впервые в истории Казахстана завоевана путевка по настольному теннису. Честь страны в этом виде спорта будет защищать Али Макулбеков. Всего на Паралимпийских играх в Париже выступят 44 казахстанских спортсмена. В их числе чемпионы и призеры предыдущих паралимпиад Зульфия Габидуллина и Давид Дегтярев, Раушан Койшибаева и Нурдаулет Жумагали. В Паралимпийских играх наша страна участвует уже 8-й раз. Настроение и настрой наших спортсменов очень хорошие. Как ранее говорил, что из 9 видов спорта нашего страны, который будет выступать на Паралимпийских играх, 8 команд по 8 видам спорта уже прибыли в Париж и разместили. На данный момент они проходят тренировочные занятия, проходят именно по волейболу, сидя, идут товарищеские матчи. Опыт тех спортсменов, которые уже ранее выступали и являются призерами и чемпионами Паралимпийских игр, конечно, будет сказываться на наших спортсменах и будут их поддерживать и морально, и психологически.